защитника. Опасность столкновения. Устранение сбоев. Неисправность термоядерного реактора устранена. Неисправность капсулы 1498. Джеймс Престон. Инженер-механик второго класса. Стабилизация основных жизненных функций. Пассажир отключен. Доброе утро, Джеймс. Как себя чувствуете? Что? Не понял. Растерянность – это абсолютно нормально. Вы провели в полном анабиозе за 120 лет. Что? Все в порядке, Джеймс. Я Джим. Джим, дышите. С вами все в порядке. Куда я попал? Вы на межгалактическом корабле «Авалон», первом космическом лайнере компании «Родная обитель». Мы практически завершили путешествие в ваш новый дом. Поселение «Родная обитель 2». Новый мир, чистая природа, перспективы. Мы на финальном отрезке пути. Вы будете наслаждаться роскошью космического путешествия. Досуг, еда, друзья. Мои друзья. Все верно, Джим. Идентификационный браслет даст доступ к чудесам Авалона. Вы совершенно здоровы. Давайте отправимся в каюту, где вы сможете отдохнуть. Эта каюта станет вашим домом вплоть до прибытия. Следующие 4 месяца вы будете готовиться здесь к новой жизни. Познакомитесь с остальными, повысите квалификацию и узнаете о жизни в поселении. Вы член группы учащихся 38 для пассажиров с инженерными и техническими навыками. Просканируйте браслет и получите ваш багаж. Джим, просканируйте браслет и получите ваш багаж. Чтобы помочь организму быстрее восстановиться от гибернации, не забывайте пить много жидкости. Приятно провести оставшееся в полете время на межпланетном корабле «Авалон» компании «Родная обитель». Здравствуйте, пассажиры. Я попрошу вас всех сесть. Приветствую группу номер 38. Это вводный курс в колониальную жизнь. Земля – плодородная планета, колыбель цивилизации. Но жизнь на ней слишком дорогостоящая. Она мала и неудобна. Простите, я...
Я подумал, что возможно... Вопросы в конце. Не перебивайте. Да, колонии предлагают альтернативу. Жизнь в них намного извините, лучше. Извините, а где остальные? И нет другой колонии прекраснее, чем родная обитель 2. Жемчужина захваченных миров. Простите. Где все остальные? Мы на межгалактическом корабле «Авалон». Ну, а я же здесь один. Здесь 5000 пассажиров и 258 членов экипажа. Тогда почему я один? Мы вместе на этом корабле. Эй! Тут кто-нибудь есть? Ау! Пристегнитесь и придерживайте незакрепленные предметы. Лифт будет... корабля «Авалон». Чем могу вам помочь? Я хочу поговорить с кем-нибудь. С живым человеком, если можно. С кем именно? С тренером? С турагентом? С врачом? Я не знаю. С кем-то из начальства. Стюард, отвечающий за пассажиров, на третьем уровне главного вестибюля. Спасибо. Рад помочь. Хреново. Здравствуйте. Кто ведет корабль? Экипаж. Капитан, пилот, главный штурман. Капитан, я хочу поговорить с капитаном. Капитан не занимается вопросами пассажиров. Нештатная ситуация. Пожалуйста. Капитана можно найти на мостике в кольцевой зоне экипажа. Для доступа на мостик требуется особое разрешение. Для доступа на мостик требуется особое разрешение. Вы издеваетесь, да? Мы скоро прибываем на место. И просто проснулся только я. Покажите родную обитель 2. Так. А где мы сейчас? Что? Нет. Стойте, а давно мы покинули Землю? Я слишком рано проснулся. Здравствуйте. Как послать сообщение на Землю? Сообщения отправляются с помощью лазерной матрицы. Это дорогостоящая услуга. Да пошел ты. Рад помочь. Планета и абонент. Земля. Компания «Родная обитель». В списке компании 30 826 контактов. Я лечу на родную обитель 2, и у меня ЧП. Есть линия помощи клиентам. Соединяйте. Начните запись. Здрасте. А я Джим Престон. Я пассажир на «Авалоне». Я... В моей капсуле гибернации какой-то сбой. Я слишком рано проснулся. Намного раньше, чем надо. Остальные все спят, и я не знаю, как мне опять заснуть. И дело в том, что лететь еще 90 лет. Но если так, я ведь... Я просто пытаюсь все разрулить. Я, может, чего-то не понял. Помогите мне. Вот и все. Спасибо. Сообщение отправлено.
Потрясающе. Сообщение будет доставлено через 19 лет. Не понял. Ответ придет через 55 лет. 55 лет. Просим прощения за задержку. Стоимость услуги 6012 долларов. Здравствуйте. О, боже. Значит, не только я проснулся. Я думал, я тут один. Кто же захочет спать в такой прекрасный день? У нас проблема. Мы не должны сейчас быть здесь. Я никому не расскажу. Что? Будет наш секрет. Чего желаете? Что? Думаю, вы предпочитаете виски. А, ну, давайте. А, ты робот. Вообще-то, андроид. Я Артур, сэр. Джим. Приятно познакомиться. Что тебе известно о корабле? Даже не знаю. Кое-что известно. Что делать, если дала сбой капсула гибернации? О, капсулы гибернации очень надежные. Они не могут дать сбой. Я-то проснулся раньше. Невозможно. Долго еще лететь до родной обители? Где-то около 90 лет. А когда пассажиры должны проснуться? За 4 месяца до прибытия. Как же тогда я оказался здесь? Если еще столько лететь. Вы не можете здесь находиться. Но я здесь. Пожалуйста, выберите напиток. Извините, мокко капучино экстрим зарезервирован для пассажиров золотого. Извините, мокко капучино экстрим зарезервирован для пассажиров. Я хочу мокко капучино экстрим. Запишите на мой номер. Еду можно приобрести в Извините. Французская обж. Извините. Тыквенный пир. Извините. Ванильный чай. Извините. 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 Черный кофе. А сливки с... Пожалуйста, возьмите ваш кофе. О, неужели? Инструкция к капсулам гибернации. Главный вестибюль.
Я попал, Артур. По полной программе, и так нелепо. Да будет вам. Говорят же, что нет худа без добра. Ну, наверное, я умру от старости на этом корабле. Все мы умираем. Даже андроиды на свалку попадают. Других посетителей нет. Зачем натирать бокал? Часть профессии. Когда бармен ничего не делает, люди нервничают. Поделись своей барменской мудростью. Я застрял в космосе. Обстоятельства против тебя. Ты думаешь, что должен быть в другом месте? Это точно. Представь, что ты мог бы по щелчку пальцев оказаться где пожелаешь. Спорим, ты до сих пор так думаешь, что ты не в том месте. Но если слишком зацикливаться на том, где ты хотел бы быть, то упустишь возможность жить здесь и сейчас. Не совсем понимаю. Перестань волноваться о том, что не можешь контролировать. Просто живи. Просто живи. Добро пожаловать в апартаменты Вены. Да. Ода! Мне креветок, две порции. Нет, три. Аригато гозаимас. Танцевальный батл. Давай. Я правильно делал. Черный кофе. Умас маргарита, por favor. Вы много выпили, сеньор. Ой, Гектор, por favor. Еще всего одну. Си, сеньор. Gracias. Вода! 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 А ну убирайтесь! Ко мне, эй вы! Ко мне! Потяните за рычаг справа от вас, чтобы сбалансировать давление. Магнитные ботинки активированы. Их можно отключить, используя панель управления на левой руке. Нажмите на красную кнопку, чтобы открыть дверь шлюза. Приятного времяпрепровождения. Трос подсоединен.
приятного времяпрепровождения. Аврора. Поиск в каталоге пассажиров. Я Аврора Лейн, пассажир 1456. Я писатель. Истории нужны нам, чтобы знать, что мы не одиноки, чтобы наладить контакт. Ваш отец Оливер Лейн, лауреат Пулитцеровской премии. О, да, это совсем не давит. Папа часто говорил, если у тебя обычная жизнь, то и истории будут обычные. Жизнь должна быть полна приключений. И вот я здесь. Доброе утро. Мы начинаем с нуля. Во всех смыслах. Придется думать о том, где жить, как жить, кто будет моими друзьями. Это как первый день в школе. А школьный автобус идет туда 120 лет. Мы создаем новую культуру, новые обычаи. Ты забавная. Бывало чувство, что писатель обращается к тебе. Я не слишком много читаю. Она талантливая. Кто, сэр? Аврора. А, спящая девушка. Я не считаю, что вселенная злодейка, но у нее дурацкое чувство юмора. Поясните. Вот ты летишь на другую планету, но ты умрешь по пути. И ты находишь женщину мечты. И она так близко. Но совершенно недосягаема. По Нью-Йорку буду скучать. Кофе и вид на Chrysler Building, и я могу писать весь день. В родной обители 2 ведь есть кофе? Надеюсь, что есть, иначе придется лететь обратно на Землю. Значит, с Нью-Йорком вам будет жалко прощаться. Да, я буду скучать по меняющим цвет листьям в Центральном парке. Потом под народом. Ты попал на необитаемый остров. И можешь пожелать, чтобы с тобой кто-то был. И ты не будешь одинок. Но вы так и останетесь на острове. Как бы ты... Ты бы пожелал этого? Я не знаю. Я не был на островах. Ну хорошо, ладно. Пусть не остров. О. Допустим, ты задумал совершить один поступок, который улучшит твою жизнь, но ты знаешь, что это неправильно и не будет обратного пути. Как ты поступишь? Роботы не решают такие задачи. Я знаю, как разбудить Аврору. О, это прекрасная идея. Друг вам не помешает. Но тогда она проведет здесь всю свою жизнь. О, нельзя этого делать. Как же мне быть? У вас есть я? Да, Артур, но ты механизм. Видишь? Видишь? Ты не чувствуешь ничего, у тебя чувств нет. Видишь? Тебе не больно. И ты не отвечаешь. Потому что ты не человек. Не смей даже думать.
Об Авроре больше ни слова. Я все обдумал. Буду жить дальше. Не смей даже думать об этом! Думаешь, буду сидеть и думать об этом? Не буду. Мне нельзя думать об этом, и я не буду. Я принял решение. Я знаю, что делаю. Отрезал и все. Я не... Больше ты не услышишь от меня ее имя. Я просто забуду ее имя. Все. Нельзя этого делать. Я сбриваю бороду. Пожалуйста, не надо. Доброе утро, Аврора. Как себя чувствуете? Растерянность – это абсолютно нормально. Вы провели в полном анабиозе 120 лет. Есть кто-нибудь? Привет. Привет. Вы член экипажа? Пассажир. Джим Престон. Аврора Лейн. Вы знаете, что происходит? Никто рядом со мной не проснулся. Как и у меня. Ровно за месяц до нас должен был проснуться экипаж, но я никого не видела. Экипаж еще спит. То есть никто не проснулся? Только я. Только вы? Я и вы. Подождите, но скоро нужно сажать корабль. Через 89? Все пассажиры должны проснуться вовремя. Это мы рано.
Нам нужна помощь. Где экипаж? Экипаж в строго охраняемом гибернационном отсеке. Все важное, пульты управления, реакторы, двигатели, все под надежной защитой. К ним не подобраться. А ты давно проснулся? 3 недели назад. О, нет. Нет. Этого не может быть. Нам надо опять заснуть. Не получится. Надо просто лечь в капсулы и запустить их. Я не могу лечь в капсулы. Где моя капсула? Где моя? Это не важно. Не вижу. Аврора! Остановись! Какая из них Аврора! Моя? Стой! Я тебе помогу! Стой! Пойми, это не важно. Чтобы ввести в гибернацию, нужно специальное оборудование. Помнишь центр, где нас в нее вводили? Процедуры, которые нам делали? Капсулы поддерживают спящий режим и выводят из него, но погрузить обратно в сон они не могут. И нас никак нельзя ввести в гибернацию? Нет. Должен быть способ. Обязательно должен быть. Девять часов. Ночь наступает. Я знаю, что нам надо решать проблему, но у меня глаза слипаются. Это понятно. Ты только что вышла из гибернации. Восстановление занимает несколько дней, тебе нужно отдыхать. Наверное, придется. Я провожу тебя. Нет, не надо. Я справлюсь. Хорошо. Доброй ночи, Аврора. Больше года. Не представляю. Должно быть, тяжело было. Еще как. Доброй ночи. Виски чистый. Отличный выбор. Как прошел твой день? Аврора проснулась. Я поздравляю вас, сэр. Почему вы грустите? Ты секреты умеешь хранить? Джим, я не только бармен, я джентльмен. Не говори, что я ее разбудил. Когда-нибудь однажды я сам расскажу. Конечно. Как это нет способа вернуть в гибернацию? А если капсула сломалась? За все время межгалактических полетов ни одна капсула не сломалась. Ну, я-то проснулась. Капсулы гибернации очень надежные. Доброе утро. Позавтракала? Нет, умираю с голоду. А еще эта тупая машина. Рад помочь. Привет. Нового полета. Неисправность инфомата М14С. Завтрак пассажира золотого уровня. У тебя непритязательный вкус. У меня не золотой уровень. Маффин на завтрак мне не по карману. Ты? Все это время? Да. Давай я тебе возьму. Нет, не надо. Да перестань. Правда. Ну ладно. Держи. Да. Я тут подумала, может, нас можно как-то усыпить чем-нибудь в медпункте? Проверял, там только сканеры и автодок. Может, оборудование для гибернации в багаже? Я тоже так думал. Но в грузовой ведомости только семена, станки и промтовары. Запчасти для компьютеров и техника. Оборудования для гибернации там нет. Сами соберем. Не уйдет.
Ты даже не хочешь попробовать. Аврора, я уже все испробовал. Больше года я... Я пробовал все. Ну... Но я не готова сдаться. Медицинский пункт. А есть научные статьи, техническая документация? Гибернация – это авторская технология компании. Вот теоретические статьи, касающиеся этой темы. Новый файл. Мое путешествие. Я поднялась на борт Авалона, имея конкретную цель. Теперь она недосягаема. Я проснулась уже неделю назад. Проснулась слишком рано. И, возможно, я проведу здесь всю жизнь. В этой стальной вселенной протяженностью тысячи метров. На корабле есть еще один проснувшийся механик, Джейм Престон. Похоже, он смирился с нашей участью. Мне очень страшно. Но я стараюсь сохранять спокойствие. Остальные пассажиры будут продолжать спать еще 90 лет. В то время как я проведу всю свою жизнь на этом корабле, постоянно находясь в пути и так никуда и не добравшись. Мой единственный спутник – человек, которого я совсем не знаю. Зачем ты это сделал? Что сделал? Эмигрировал. Оставил землю. Я беру интервью. Для чего? Это первый сбой гибернации в истории покорения космоса. А тебе стоит написать. Кому это нужно? Потомкам. Итак, почему ты улетел с Земли? 120 лет гибернации. Ты больше не увидишь ни родных, ни друзей. Ты очнешься в другом столетии, на другой планете. Географическое самоубийство. А что ты на этот вопрос ответишь? Я тебя интервьюирую. Ты что, обижал от чего-нибудь? Нет. Все было хорошо. Тогда что? Захотел увидеть новый мир, начать все сначала. Это фраза из рекламы «Обители». Правда? Джим. Я знаю, ты права. На Земле уже давно ничего не чинят, а заменяют. В колониях же много проблем, которые надо как-то решать. Меня это привлекает. Механики там на вес золота. Это строящийся новый мир. Я могу сам построить дом. Чистая природа, перспективы. Это опять слоганы. Они не могут быть правдой? Знаешь, сколько родная обитель заработала на первой планете? 8 квадриллионов долларов. Это 8 миллионов миллиардов. Колониальные планеты – это крупный бизнес. Ты заплатил полную цену за билет? Нет, им нужны такие, как я. Значит, они наобещали 3 короба, дали скидку, и ты улетел развивать их планету и отдавать 20% своих доходов до конца жизни. Это не говоря о долге, который набежит на этом корабле. Считаешь все эти 5000 человек наивные? Я считаю нули в сумме доходов родной обители. А я считаю, что все эти люди меняют свою жизнь. Ты их не знаешь, а у них есть 5000 причин. Я журналист. Я знаю людей. Правда? Вот этот. Кто он? Банкир, учитель или садовник?
Банкир. Садовник. А ее зовут Мэдисон, Донна или Лола? Донна слишком пафосна для такой шевелюры. Лола. Мэдисон. Черт! Давай. Повар, бухгалтер или акушерка? Акушерка, не сомневаюсь. Ты бы такое не выдумал. Ах, да, акушерка. Неужели они до сих пор есть? Хорошая. Мы бы подружились. Думаешь, это можно увидеть? А ты? Можно. Туда и обратно? Ну да. Я хотела слетать туда. Годик пожить и потом вернуться. Все улетают ради новой жизни, а ты хочешь вернуться к началу? Я окажусь в будущем. Через целых 250 лет. На Земле, которая все равно будет центром цивилизации. И я буду единственным писателем, побывавшим в колониальном мире. И я расскажу свою историю. Какую историю? О полете к звездам, о величайшей миграции в мировой истории. Это будет сенсация. Но своих читателей ты не будешь знать. Но люди будут читать. Читали бы. Уже не напишу. Смогу ли я вообще писать? Джим, я думаю только о том, как постараться спасти нас. Все, не хочу больше говорить об этом. Чем тут можно заняться? Ты серьезно? Да, абсолютно. Командный режим. Ну что, начнем? Давай, посоревнуемся. Вставай сюда. Надо повторять за ними. А чем-нибудь другим заняться можно? Ты попробуй. Хорошо, ладно. Это весело. Попробую. Вы продули. Эй! Ну что, посмотрим. О! 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 Чего улыбаешься? Беду на два очка. Кто эта волшебная леди? Это Аврора. Аврора. Очень приятно. Молодец! Еще один раз. Попробуем еще раз. Я месяц ходил без штанов. 7 недель и 2 дня. Мэм, у этого человека нет стыда. У тебя, Артур, вообще в этой области недокомплект. В чужом глазу увидел соринку, а в своем бревна не заметил. На мгновение забыла, что моя жизнь разрушена. Прости. За что? Я пойду спать. До завтра. До завтра. Доброй ночи, Аврора. Она чудесная. Отличный выбор. Thank you.
Здравствуй. Привет. Держи. Приглашает на свидание. Ручку возьми. Не так уж она и поразилась. Писала с радостью, прикинь. Я смотрю, ты приоделся. Сходил в магазин? Скорее залез в магазин. Добрый вечер. Чего желаете? Мне Манхэттен, пожалуйста. Виски со льдом. Отличный выбор. Вы оба прекрасно выглядите. Спасибо, Артур. Долго же ты с этим тянул? Не хотел на тебя давить. Ох, давить. Ничто не давит больше, чем наша ситуация. Merci beaucoup. Все так вкусно. Забронировать столик было непросто. Наверное, уже скоро нас начнут торопить. Ловлю недобрые взгляды. Очень популярное место. Как твоя книга? Даже не знаю, книга ли это. Мой отец всегда писал о своей жизни, но ему было что рассказать. Он ходил на корабле по Антарктике, он был военным журналистом с кучей любовниц. Писал о своей дочери. Писал о тебе? Да, я выросла, читая книги о себе. Каково это? Сомнительно. Не все подробности о себе хочется знать. А когда мне было 17, его настиг инфаркт. Прямо за компьютером. Конец истории. Как-то все мрачно. Прости, ладно? Нужно еще выпить. Мне нравится тебя узнавать. Спасибо. Зачем мы сюда пришли? Увидишь. Лучший вид в городе. То есть ты уже это делал? О, да. Это безопасно? Нет. Ну, более-менее. Надевай скафандр. Твоя очередь. Но я же в платье. Да. Отвернись.
Что ты делаешь? Ты мне доверяешь? Красивая женщина в мире. Ты меня кое с кем встречаюсь. Ни за что не догадаетесь, с кем. Маловероятно, что мы бы вообще встретились при обычных обстоятельствах. Однако мы вместе. Единственные во всем мире. Что-что? Я пишу, Артур, тише. Мы с Джимом обрели наше нежданное счастье. Подобно изгнанникам, обживающим чужие берега. Чужие берега? Здорово. Не обязательно это говорить. Я знаю. Да, и все равно не ешь. Вот бы нас не съели. Читай, читай. Забавно. У всех нас есть мечты. Мы представляем себе свое будущее, строим планы, словно мы капитаны своей судьбы. Но мы пассажиры. Мы летим, и судьба подхватывает нас. Артур! Не о такой жизни мы мечтали, но это наша жизнь. И впервые я почувствовала, что не одинока. Мы не должны были найти друг друга. Но все же нашли. Он заставил меня поверить, что моя жизнь не заканчивается, а только начинается. Как прошел день? Хорошо. Написал несколько страниц. Нашел что-нибудь полезное? Нашел. Они живые? Я сам их срезал. Ух ты. Знаешь, для неудачников мы, по-моему, очень даже счастливые. Смотри. О, боже мой.
Документы не проверишь? Может быть, мне еще рано пить? Никогда бы не спросил про возраст при джентльмене. Джим не джентльмен. И нет никаких секретов между нами. Неужели? Ну, леди же сказала. Сейчас вернусь. Идеальный именинный напиток. В этот же самый день, год назад, Джим не мог дождаться встречи с вами. Что? Как он мог ждать встречи со мной? Он долго раздумывал над тем, чтобы вас разбудить. Он говорил о вас, не переставая. Джим меня разбудил? О, да. Он сказал, что это тяжелейшее решение в его жизни. Но все получилось прекрасно. Что? Ты меня разбудил? Да, это правда. Как ты мог это сделать? Я не мог иначе. Сейчас умрет. Ничего не вижу. Аврора, подожди. Не смей подходить ко мне. Я не могу уйти. Я не могу отсюда уйти. Поговорить.
Мне было одиноко. Очень одиноко. Я чувствовал, что исчезаю. Прямо перед тем, как увидеть тебя, я чуть не... Ты спасла мне жизнь. Я смотрел твои интервью. Почувствовал, что я выбрался из этой ловушки. Бесцельная жизнь наполнилась смыслом. Я бы хотел все исправить. Мне плевать! Мне плевать, чего ты хочешь! Мне плевать, почему ты меня разбудил! Ты отобрал у меня жизнь, сволочь! Не волнуйтесь. Идет перезапуск к центру управления вашего номера. Тебе завидую, Артур. Почему же? У тебя есть предназначение. Ты всегда счастлив. А как продвигается ваша книга? Я никогда прежде о себе не писала. По-моему, это моя лучшая книга, но я даже не знаю, зачем я ее пишу. Единственного, кто ее может прочитать, я ненавижу. Говорят, время лечит любые раны. С разбитым сердцем все сложнее. Тебе не понять. Сегодня вторник, мой день. Сегодня среда. Бар твой, вперед. Чего желаете? Виски? Кофе. Ты очень храбрая девчонка. Я обещаю думать о тебе каждый день. Ты проснешься, а я уже умерла, но просто знай, я тебя не забыла. Ты моя лучшая подруга. Ты никогда не была здесь счастлива. Тебе всегда хотелось большего. Но не обязательно улетать. Ты можешь заниматься всем, чем угодно здесь. А раз уж ты улетаешь, хочу тебе пожелать вот что. Найди того, кто заполнит твое сердце, и позволь ему это сделать. Надеюсь, ты понимаешь, что тебе не надо делать ничего потрясающего, чтобы быть счастливой. Но отрывайся. Рискуй. Ну все. Я люблю тебя, Аврора. Пока. Доброе утро. Кофе, пожалуйста. Сию минуту. Сейчас ты пачкаешь мой барный стул. Нельзя сделать что-то, не запачкав руки. И что же ты делаешь? Улучшение.
Первый этаж. Завтрак пассажира золотого уровня. Кто это сделал? Я. Кто вы такой? Джим Престон. Аврора Лейн. Кто-нибудь еще проснулся? Только мы с ним. Хорошо. Сколько еще лететь? 88 лет. Сбой в гибернации. Сказали, это невозможно. Три человека, три сбоя в капсулах. Не представляете, сколько раз я пытался попасть сюда. Ну вот, попали. Ничего не трогайте. Здесь вы работаете? Здесь экипаж, а я старший по палубе. Управление, навигация, коммуникации. Простите. Курс мы держим правильно, и даже если с кораблем что-то не так, система связи исправно работает. А что-то не так с кораблем? Сбой в трех капсулах, да. Что-то не так. Вопрос, что именно? Странно. Здесь должна быть показана диагностика корабля, но данных нет. Придется проверять вручную. Может, развернемся и полетим на Землю? Наша скорость — половина скорости света. До Земли столько же, сколько до обители. Но хоть что-то мы можем сделать? Увы, мы летим дальше. Черт. Вы как? Постгибернация. Так каждый раз. 2 года, да? Еще деревьев насажать успели? Осторожно! А вот такое впервые. Да, роботы стали ломаться. Это, по-моему, 15-й. 15-й. Буфет сегодня тоже дурил. Да, и лифт тоже. Дверь каюты замыкает. Бывает, не выйдешь по 2 дня. Серьезно? Такого на этих кораблях не должно быть. На палубах по 16 таких техстанций. Вставляете? Данные синхронизируются. Ясно. Палубы 1 и 2, ваши 3 и 4, а я в отсек гибернации. Капсулы проверю. Это уже интересно. Вы должны обойти все станции. Я обошел все. С вашей капсулой... Проблема очевидна. В ней полетел чип-таймер. Это маловероятно, но все же случилось. С моей капсулой сложнее. Произошел одновременный отказ ряда систем. Поэтому пошли перебои. Понятно, почему я плохо себя чувствую. А вот капсула Авроры... Вы ее вскрыли. Да. Все это время я думал, какой вы везунчик, что оказались здесь с Авророй. А везение ни при чем. Да. Она в курсе? Да, в курсе. Долго вы были один? Год. И все же... Черт! Данные получены. Данные получены.
Данные получены. Так же, как и у Джима. Интерполирую данные. Системы сбоят, но не наблюдаю никакой связи. Вы мою капсулу проверили? Так точно. Значит, знаете, что Джим сделал? Да. И? Это не мое... Он разбудил меня. Он отобрал у меня жизнь. Знаю, мне очень жаль. Но есть проблема, которая... Это убийство. Вы правы, Аврора. Но утопающий всегда тянет кого-то за собой. Это неправильно. Но он утопающий. Вот, уже 16-й. Да. Сэр, все в порядке? Идите отдохните. Да. Но всего часик, а потом опять надо за работу. Потеря гравитации. Когда это случилось? Ты как? Надо найти Гаса. Отказы начинают бить по самым важным системам. Нехорошо. При каждом сбое сгорает один процессор. Все системы подвисают. Почему? Компьютер, отобрази последовательность сбоев. Построение временной шкалы. Каскадное отключение. Скачок напряжения 2 года назад. 17 сбоев за один день. Включая капсулу 1498. Это моя. Я проснулся. Что произошло? Что-то серьезное. Отказ в основной системе. Все остальные попытались взять на себя ее функции, но не потянули. Мы должны найти причину и устранить. А что может произойти? Дай анализ рисков, основанный на этих данных.
Мы терпим бедствие. Как на тонущем корабле. Мало что может ударить по кораблю так сильно. Нам придется вручную проверять все системы одну за другой. С чего начинать? Газ! Сканирование завершено. Анализирую данные. 612. Патологии. Что там пишут? Что со мной? Так, ерунда. Обнаружено 612 патологий. Откройте капсулу. И какой прогноз? Критические диагнозы не могут обсуждаться в отсутствии врача. Под мою ответственность. Номер 2317. Выкладывай, док. Распространенный некроз. Полиорганная недостаточность. Причина неизвестна. Причина в моей гибернационной капсуле. Лечение возможно? Ни один вариант лечения существенно не продлит жизнь пациента. Сколько мне осталось? Ваш переход от жизни к смерти уже в процессе. Эти препараты облегчат последние часы вашей жизни. Газ. Я на минутку. Надо бы принять эти чертовы таблетки. Я принесу. Нет, останьтесь со мной. Сядьте. Заботьтесь друг о друге. Мой браслет даст доступ во все нужные отсеки. Почините корабль. Выясните, что не так. Как я выгляжу? Великолепно, Газ. Женщинам нравится военная форма. Что нам теперь делать? Это очень плохо. Я в инженерный отсек. Ты сможешь починить. А ты поможешь. Пошли. Артур! Пошли, бежим! Да.
кто-то из команды? Долго будут приходить в себя, нет времени. А что мы будем искать? То, что сломано. Что-то большое. Идем. Неисправно? Вроде нет. Что дальше? Генератор. Туда. Давай. Отсек заблокирован. Что-то не так. Мы ищем, что не так. Надо взломать. Не одна. Должна же быть защита от астероидов. Видимо, один пробил защиту. Горячо. Вот мы и нашли. Это компьютер, управляющий реактором. Вот что было 2 года назад. Джим, как мы это починим? Мы умрем. Здесь для всего есть запчасти. Свет! Прости. Как только вытащу модуль, компьютерная система вырубится. Так, а что дальше? Верну его поскорее на место. Готово? Скорее! Давай. Мы же починили его! Почему он не реагирует? Снаружи заклинило. Его надо открыть и охладить реактор, иначе взорвемся. Как? Надо выйти. Иначе не получится. Я открою затвор и отлечу. А ты выпустишь огонь в космос. Как это отлетишь? Говорить будешь через это. Что будет с тобой, когда затвор откроется? Вот щит. Может, спасет. Может пригодиться. Все будет хорошо. Все, я пошел.
Джим! Джим! Вернись ко мне. Одна я точно не смогу выжить. Я у шахты. Новая точка крепления. Переустановите трос. Вижу затвор. Уже у затвора. Я готова по твоей команде. Секунду. Не открывается. Придется обойтись без него. Джим, давай! Пожалуйста, скорее! Так, попробую еще раз. Скажи, когда отойдешь. Нет! Что? Что там такое? Джим! Джим! Затвор не держится. Мне придется остаться. Буду держать затвор. Что? Нет, не вздумай! Уходи оттуда! Я останусь. Джим! Времени нет. Продувай реактор. Нет, ты не понимаешь. Если я открою затвор, ты погибнешь. Надеюсь, что нет. Вернись, мы что-нибудь придумаем. Других вариантов нет. Джим! Все нормально. Нет, ничего не нормально. Аврора. Но ты говорил, что будет по-другому. Аврора, нужно спасти корабль. Мне плевать! Ты умрешь, и я тоже! На этом корабле еще 5000 человек. Их нужно спасти. Открывай. Давай. Thank you.
Давление в скафандре падает. Немедленно вернитесь на корабль. Аврора! Получилось! Скорее! Возвращайся! Да, есть проблема. В чем дело? Ты ранен? Меня выбросило из шахты. Что? Трос оборвался. Не могу вернуться на корабль. Я сейчас выйду, я затащу тебя! Внимание! Запасы кислорода истощены. Аврора, ты уж прости. Прости за все. Заткнись, я уже иду. Мне жаль, что не встретимся через 90 лет. Я бы построил тебе дом. Прочел бы твою книгу. Это было бы здорово. Трос подсоединен. Найти Джима Престона. Джим Престон обнаружен. Я иду за тобой. И проводится под руководством медперсонала. Нет! Нет, Джим! Под мою ответственность номер 173. Боже! 22! 22! Господи! 2317! 2317! Номер 2317! Так, что здесь? Реанимация. Так. Множественные процедуры не рекомендуют. Неважно! Быстро делай! Выполняю. Джим!
Тим. Ты меня оживила. Да. Спасибо. Не шевелись. Конечно. Я должен показать тебе кое-что. Оказывается, в командном режиме автодока есть опция под названием «приостановить». Она останавливает всю метаболическую активность. И в чем смысл? С помощью браслета можно превратить автодок в капсулу гибернации и снова заснуть. Но у нас только один автодок. Да. И ты в него ляжешь. И продолжишь спать. Проснешься в родной обители. Напишешь свою книгу. И завершишь путешествие. И сделаешь все, как мечтала. А ты будешь один? Я и раньше был один. Как-нибудь справлюсь. Но я больше никогда тебя не увижу. Я буду приходить. Очаровательный, как всегда. Спасибо, и ты выглядишь замечательно. Благодаря вам. Что это? То, что давно хотел тебе подарить. Оно прекрасно. Шампанское подождет. Thank you.
Дорогие попутчики, если вы читаете это, значит, межгалактический корабль «Авалон» прибыл в место назначения. Пока вы спали, многое произошло. Мой мудрый друг как-то сказал, если долго думать о том, где ты хотел бы быть, то упустишь возможность жить здесь и сейчас. Мы сбились с пути, но мы нашли друг друга и прожили жизнь, счастливую жизнь вместе. Thank you.